О, приятного аппетита, народ. Наша свекровь любит. Али, добро пожаловать, сынок. Добро пожаловать домой, садись, заходи. Сейчас же принесите приборы к столу. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать, Али. Безумный побродит, вернется домой. Али, добро пожаловать, мы скучали. Не так ли, мамочка? Конечно, дорогая, разве мы можем не скучать? И он мне как сын. Мои соболезнования, Али. Али, мои соболезнования. Я хотела позвонить, но так как твоя рана еще свежа, мы на самом деле очень расстроились, мы все расстроились, дорогой. Надеюсь, так и есть. Снимите уже маску, госпожа Шахика. И вы? Что смотрите? Я с детства знаю эти взгляды. Маленький сын Захиды. Надеваются маски. Али выкарабкается, в карман положит 3-5 копеек. Потом будут ждать, когда же уйдет этот ребенок. Придет время, Али отправится туда, где ему место. Али, сынок, этот дом твой. Ты можешь уходить и приходить, когда пожелаешь, никто не сможет вмешаться. Ты мой родной ребенок. Папа, когда твой сын принадлежал этому дому, кого из нас волнует умершая возлюбленная Али? Ты действительно поступаешь нечестно с нами и с папой. Ты не вмешивайся в это дело. Разве может не вмешаться мачеха? Отец всегда желает сыну всего хорошего. Эта девушка когда-нибудь расстроила бы тебя. И ты захотел решить это дело наличными, Фроман. Я знал, что это дело когда-нибудь доберется до сюда. Так лучше для нас обоих. Умерла. Больше ее нет. Ты счастлив? Кто бы захотел, чтобы так вышло, Али? Я звонил тебе. О помощи просил. Сказал, прошу, папа, а ты что сделал? Как ты посмел поставить мне подножку? Эйлюль умерла у меня на руках. И я снова, вопреки всему, хотел помочь своему сыну. Сказал, где ты, сынок? Скажи место, я приеду, ты не узнал. Не ври, не ври. Ты хотел ее смерти. Ты поэтому не помог. Али, ты от страданий не знаешь, что ты говоришь. Это я не знаю, что говорю, папа. Тогда объясню. Объясню, что говорю. В этом доме я не ценюсь так же, как эта ваза. В этом доме Али не полюбили даже как эту картину. Не полюбили. Никто меня не любит, ты понимаешь? Али, хватит. Ты несешь ерунду. Булут? Ты никогда не ценил меня. Никогда не видел. Ты все время меня игнорировал. Ты не знаешь, что ты говоришь. Ты выпил выпивки? Что поделать? На трезвую голову не могу смотреть в ваши лживые глаза. Идем, спустимся в мой кабинет. Поговорим, как отец и сын. Ты немного опоздал, чтобы быть отцом и сыном, Ферман Каклукая. Ты знаешь, почему я себя не почувствовал твоим сыном? А в детстве у меня были мечты. Мечты, где мы втроем были вместе. Мама, папа и ребенок. Ты сначала убил те мечты. И мама умерла из-за тебя. Вот теперь думаю, оказывается, я похоронил папу, прежде чем маму. Он пришел, чтобы нарушить наш покой. Точно! Я пришел, чтобы нарушить покой, мачеха. Помолитесь за то, что это беспокойство временное. Давайте, спасибо.
Мне нехорошо. Мне совсем нехорошо. Сразу же разгромил дом. Как он может пойти на такое? С каким правом? Как не стыдно, Фермат Кокулкая? Ты позволил ему нарушить наш покой. Али! Ты раньше был таким. Когда бы ты ни приходил домой, разбивал все время что-то. А потом отец кричал на меня. Ты всегда найдешь что-то, что нарушит наш покой, не так ли? Слушай, я больше не собираюсь сюда приходить, ясно? Я буду спокойной? Я ведь никак войник волную. Ты делаешь, что хочешь, но папа все равно говорит о тебе. Но когда я разговариваю, он даже не смотрит на меня. Слушай, хорошо. Я не смогу возиться с твоей проблемой. Для меня достаточно из моих страданий. Разве я страдаю? Ты думаешь, в моей жизни все в порядке? Мой муж мне изменяет. Что мне делать? И мне ломать все вокруг, как и ты. Говори, что мне делать.